Ой, что с вертолетом? Подожди, он что-то не хочет вставать. Просыпайся, малышка. Сейчас подожди, надо пинка позадать. Сейчас подожди. Ой. Чё? Чё? Тип превратился в гриб на моих глазах. Тип гриб стал. Ну ебать, что я вышел с этого, мне говорят мой полы. Чё за хуйня? Вы видите, хуй не надо пить? Эх, как красиво на Маджесте. Нормально ты катаешься. Лох получил, да? Прикольно. Ебать! Мы его прям на ФЗ закинули, слышишь? Всем привет! Это Маджестик и наша рубрика Highlights. Здесь мы показываем самые смешные и интересные моменты, которые вы присылаете на нашу почту. Каждый, кто попадет в выпуск, получит 300 Majestic коинов и еще 3 самых смешных или интересных момента заберут выигрыш в размере 5000 Majestic коинов. Помимо этого, в видео есть бонус-коды, активировать которые вы сможете, открыв чат и вписав команду /бонус, пробел и тот код, который вы нашли. Если вдруг вы нашли звездочку в коде, значит вместо нее нужно угадать цифру от 0 до 9. Желаем вам удачи! А если вы еще не играете на Majestic, то промокод Highlight поможет вам в развитии, начислив 50 тысяч баксов и 7 дней платинум VIP аккаунта. Приятного просмотра! Дэнни Уайт. Сэр, приезжайте. Обычная проверка документов. 10 секунд отпускать его даю. Вернитесь в автомобиль, раз. Сейчас я к вам вернусь. Ебаные школьники. Ничего, вас щелкать что ли начать? Были перещелканы. Сэр, вы свободны, можете ехать. Здравствуйте. Здравствуйте, давайте договоримся, пожалуйста. Каждому под вашей командой. Чё-то мне кажется, тут это вот, это уже какой-то... Куда? Ой! О, мужики! Мужики! Хотя по пятерин на лапу каждому, да? Каждому? Чё, все подождать, что ли? Мне вот кажется... Поменяк телефон. Да, вот это серьезно. Оружие в руках еще не значит, что ты выиграешь, даже если противник с голыми руками. Приборы. Че приборы, где наши? Это ты стреляешь? Да. Ой, упал! Опа, сейчас что-то интересное будет. Блять, он меня сейчас убьет. Он же бездарный, что ты делаешь? Ого. Если молодой человек задержанный. Как я этот? Так оно слетело у тебя. Помогли вы человеку, вы ему физиономию снесли, у него кровь пошла. Вот моя напарница оказала ему первую. Поехали отсюда, Лёха, поехали. Да уж, этот момент точно нарушает все законы кармы во вселенной Маджестика. Чтобы словить удачу за хвост, не обязательно ходить в казино. Достаточно услышать... Телефон. Мне нужен этот... Ты у тебя телефон или у меня? А, дядя, у меня два телефона опять рядом. Ну-ка, третий будет? Ты с третий. А если... Что? Ты что? Ты рил? Да. Ты... Мне это второй раз уже в жизни, если что такое. Погоди, сейчас, может, четвертый будет, не? Кстати, присылайте нам на почту момент, где вам выпало 4 телефона, и это точно попадет в видео. Иногда GTA 5 выглядит как фильм. Количество экшона просто зашкаливает. И тут... Тима, ты каким транспортом пользуешься? Который только что взорвался. Стэтхэм, кажется, у тебя появились конкуренты. Эй, что они делают? Они специально давят админа. Посмотрите на них. Это админ. Я в него корону.
Я на пицца пока, я на пицца пока, я пока. Я пока. Тоже, В следующий раз они точно подумают, прежде чем сделать это. Всем владельцам воздушной подушки с пропуска посвящается. Поднимите чела, он сдох, поднимите чела, брат. Этот, я ебал твой катер, блядь, ты можешь пацанов не сбивать. Дайте нахуй за своим катером, блядь. Поднимите пацана. Блядь, и этот сдох, да уедь ты нахуй со своим катамараном, ебаным, блядь. Сорвал, пацан. Ты чё, ебал? Да это не я, я не специально. А что ты делал? А чё они так разозлились? Он же ничего такого не сделал. Иногда в жизни происходят очень неприятные совпадения. Иди из машины, встань тут, в притыке. Около трубы. Около трубы встань. Снизу встань. Говно спрячь. Да чё было, блядь? Почему этот парень ведёт себя так, как будто он сохранился? Гучи, рога у нас место нет. Ну, у нас двух места. А почему я не могу поменять? Я испугался очень. А, да он походу просто в Apple Vision Pro играет. Срочно, кто-нибудь, объясните, как ему удалось такое провернуть? Он же просто выбил страйк. И все же я до сих пор не понимаю, как у него это получилось. А у вас есть лодка? Да забейте, она больше не нужна. По итогу у нас антенна не работает дома. Хоть интернет сделали, то хорошо. Чё? Ты не видишь? А что? Здравствуйте, граждане. Здравствуйте. Покиньте вам вопрос по наследству. Вот сейчас достану телефон, сфотографирую номера, отправлю диспетчеру. Пацаны, вы чё? Давай, инвайти меня, инвайти! Здравствуйте! Ой, я пошёл! Извиняюсь! Всё, ухожу, не на, ухожу. Ой! О, дырочка. Ух ты, это что мне? Я сюда по зову. Еду такой, еду. Херак здесь, посреди дороги, такая хер. Блять, выпуски хайлайтов как те самые старые цитаты. Их трудно найти, легко потерять и невозможно забыть. В комментариях можете упомянуть момент, который понравился вам больше всего. А также поставьте лайк, если понравилось видео. Ну и подпишитесь на канал, так вы не будете пропускать новых роликов. В конце мы хотим показать победителей этого выпуска, ими стали вот эти игроки. И помните... Каждый, кто попадает в выпуск, получит 300 Majestic Coins, а игроки с лучшими моментами получат 5000. А мы прощаемся с вами. До скорых встреч на просторах Majestic.